Так, народ, мы вкусно поели шаурму со вчерашним шашлыком. И теперь можно, пока никого нет, ну как никого нет, относительно, двигаемся на какую-то офигительную смотровую площадку. Панорама. Причем мы как-то удивительным образом снова из Адыгеи попали в Краснодарский край. Тут как-то это все рядом, и все вроде бы как Адыгея, но муниципально нет. Это зимний лес. Вот кто забыл, как снег выглядит, вот так вот он выглядит. Обещают, что тут к концу недели будет снегопады, и снега он будет в разы больше. Люди ходят. Не так много, но все-таки ходят. Какой красивый пень. Надо его сфотографировать. В общем, я иду на смотровую площадку куда-то туда.